Аня, приветствую сегодня на Story Happens. Сегодня я вам, наверное, расскажу о том, какие у меня охренительные соседи. В общем, я, как вы понимаете, переехала в новую хату. Я буду идти, такой walking-vlogging, шмогинг. Смотрите на мой второй подбородок. Получайте удовольствие, чаек, кофеек и погнали. Что мы имеем, мои хорошие? Я переехала в новую хату. Мне она на самом деле нравится. Конечно, есть минусы. То, что нету полного проникновения света в это все прекрасное царство, генеральство. Но когда ты, в принципе, с утра уходишь... А, это только что... Я не голосующая единица, извините. Ой, свет моего окна для меня погас, господи. Пропустите, пропустите сумасшедшую иностранку. Ну что же, мы в притычку, как вы помните. Кто не посмотрел мой рум-тур, посмотрите, чтобы вы понимали. У меня хата, в принципе, угловая, к стене. И по факту получается, что у меня с одного окна стенка к другому зданию, и с другого стенка к еще одному зданию. То есть у меня получается с одного одно здание, с другого другое здание. И все было нормально, все было хорошо, там очень даже тихо, при условии того, что это, по идее, так называемый развлекательный район. И там частенько, мои хорошие, очень часто, ну, должны быть какие-то разборки, драки, что, в принципе, кстати, тоже происходит буквально вчера. И там рядом еще такой бар офигенный, винный и невинный. Дорогой, правда, но соблазн рядом с домом просто невероятный, мои хорошие, одеться как-нибудь так. Были бы деньги. Ну, так вот. И вот однажды, ночь, полночь, я сплю. Как и должна бы. И тут началось. Я сплю. И слышу, как собачка воет. Ну, знаете, типа... Я так думаю, боже мой, кто-то дома оставил собачонку свою. Ай-тя-тяй. Как жалко эту псинку. Она так еще жалобно скулит. Я такая думаю, наверное, соскучилась по хозяину. Смотрю, где-то так 12, там, 2 часа ночи, может быть, я не уверена. И потом я понимаю, что в какой-то момент собачка не просто воет, она начинает стонать. И до меня допирает, что эта девушка так издает свои звуки. И я просто в голос начинаю ржать. Знаете, там что-то час-два часа ночи, я просто в голос смеюсь. Там, думаете, остановились? Нет, они даже, скорее всего, меня не услышали, они в процессе. Думаете, это единственный ночной экипаж любови для меня? Нет, хорошие мои, продолжение было буквально через несколько ночей, но уже с другими тональностями. Я не уверена, хороший ли там наездник, но стоны были другими. И как-то слишком быстро закончились. Тут уже даже мне захотелось восклицать из серии «Это что, все? А дальше?» Но это буквально закончилось в минуту, то есть была тишина, возможно, там какие-то ха-ха-хи-хи, потом какие-то парочка-троечка стонов, и я так понимаю, что все, потому что после этого я услышала звуки душа. А душ — это значит все. Думаете, это все буквально недавно, мои хорошие? Если я не ошибаюсь, это буквально на этой неделе произошло. У меня таких, на самом деле, приколов много, поэтому я специально пытаюсь спать вообще с музыкой. То есть я включаю музыку, там джаз, еще что-нибудь такое, чтобы не слышно, что слышимость просто нереально. Там патишь мать на кровати, это вообще отдельная песня. Ну так вот, это буквально недавно было, мои хорошие, буквально недавно. И там так неплохо, знаете, так на час девушку или женщину, неважно, разделывали, так что же завидно стало. Знала бы где, попробовала бы присоединиться, знаете, так открыть окошко, а к вам можно? Желание было, но это было буквально
с часу до двух, если я не ошибаюсь. Но, поверьте мне, мой замечательный новый дом, очень веселый, но хотя бы позитивный. То есть, вот буквально только вчера была какая-то непонятная разборка, и то на улице. Вот. И достаточно быстро закончилось. А так никто там особо не ругается, только вот пати шмати. И на кровати. Поэтому, на самом деле, конечно, рада, что я переехала туда. Все-таки хоть как-то худо-бедно, но лучше, чем то, что было до этого. Но а перетерпеть чьи-то любовные похождения не вопрос. Я знаю, что кто-то из вас сейчас скажет, ты тоже давай. Я такая, подождите, дорогие мои, подождите. Я буду, возможно, если столько критериев, вы не поверите. А то я тоже устрою им ахи-вздохи, если кто-то рукастый окажется. А то, знаете, для такого прекрасного демонического эльфа удовлетворить очень тяжело. Да и расслабить сложно. Это прям как вызов. Эту королеву сможет покорить только настоящий король. Да, детка. Но черт, если сегодня будет там какой-то трахадром, я даже не знаю, что будет. Мне надо перейти дорожку. Дорожку. Вот. Ну, я думаю, продолжение любовных похождений моих соседей еще будет, поэтому я надеюсь, вам понравилось. Подписываемся, ставим лайсы. Оставляем свои комментарии, возможно, даже 18+. И до новых встреч, пока-пока. Ну, что могу сказать, вроде правильно. Главное не сгореть. А то я могу, умею, практикую. Без зонтика вышла, только морду намазала. Надеюсь, у меня не сгорит камера на этом замечательном плацдарме. Ну, короче, на лице мое сконцентрируйся, добрая камера, на лицо. Не на людей, на меня, вот, видишь мои глаза. Мои глаза, видишь? Хорошо, спасибо.